Эй, братские печени, всем привет, с вами Иллинойс, и я продолжаю проходить необычные находки Unusual Findings. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Когда я закончил снимать прошлую серию, я тут так просто нехотя ткнул на холодильник, на старый. И Тони сказал, что там у него есть двойная стена, и в ней кое-что спрятано. И там была спрятана карточка клуба Пони и Ко. Вот такие вот дела. То есть можем теперь с этой штукой идти в магазин и произвести обмен. Только есть ли у нас что-нибудь обменять? Пока что неизвестно. Но навряд ли там кому-то потребуется брошюра рейнджеров, там инфракрасная лампочка. Ну хотя, может быть. Так, ну давайте сначала здесь все осмотрим. А потом там уже двинемся. Там у нас хранятся комиксы, гаджеты и прочие крутые штуки. Ладно. Единственное, что там осталось, это мой сломанный полароид. Он больше не сломан. Я его починил. Ну, почти. Теперь можно делать фотки только в условиях освещения инфракрасным светом. Но это лучше, чем ничего. А где все остальное, что обычно здесь хранилось? Ну, я кое-что взял домой. Надеюсь, что ты не против. Ты даже мои запасные очки забрал. Ага. Ты знал, что если в солнечный день сфокусировать их под правильным углом, то можно сжечь муравьев? Да. Окей, так, а мы можем с ними что делать? Поговорить, да, с ними? Тут. Нам нужно поговорить. Что? Что ты думаешь? Как нам состряпать ловушку для пришельца? Придется серьезно потрудиться. Мне кажется, что яма с медвежьим капканом внутри и сетью поверх слишком избыточна. Мы не знаем, с чем имеем дело. Нам следует принять любые возможные меры предосторожности, если не хотим, чтобы он смылся. И как мы собираемся заманить пришельца в ловушку? Отличный вопрос. Как насчет еды? Все любят есть. Мы не знаем, чем он питается, если он вообще питается. Не думаю, что ему знакома наша планета. Может быть, мы сумеем найти его корабль или что-то, что ему необходимо. Так. Как думаешь, откуда пришелец явился? Куда он явился? Я не видел его номерного знака. Он прилетел из космоса. Это единственное, что нам известно. Можно только догадываться о его происхождении. Честно говоря, есть вероятность, что он вообще не пришелец, что он робот, созданный людьми. Мне так не кажется. Он не говорил ни на одном известном человеческом языке. Кроме того, это был бы такой отстой. Он не говорил... Подожди, когда штука... Когда они там поймали сигнал на телевизоре, да? Тогда там что-то он говорил. Да это не факт, что ты говорил. Ты думаешь, что нам стоит попытаться общаться с пришельцем? Да. Нам определенно стоит попытаться с ним общаться. После того, как мы убедимся, что он обездвижен. Помнишь, что случилось с тем парнем в лесу? Ты дело говоришь. Мы поговорим с ним после того, как он попадется в ловушку. Так, ну что, нам нужно идти? Нам нужно идти. Ладно. Конечно. Так, секунду, а с Ником, если я... Нам нужно поговорить. Что? Что ты думаешь? А, тут один и тот же диалог, идти. Да? Ладно. Конечно. Так, ударить Ник. А могу ударить его? Ай! Могу, да? А этого? Ой! Зачем ты это сделал? А, не знаю. Понял. Тони самый умный парень из моих знакомых. Наверное, тебе стоит расширить круг своих знакомых. Ник, я знаю его с детсада. И он постоянно втягивает меня в неприятности. Я сам знаю, что крут. Так, хорошо. Мы нарисовали карту города. Очень полезная вещь, если нужно спланировать побег. Так, а ну-ка глянем. Сюда ткнули. Да, вроде бы тыкал я. Ну, я думаю, надо сваливать отсюда все. Что нам тут ловить? Что у нас есть? У нас есть частично поломанный полароид. А вот такой момент. Нет, спасибо. Он же говорил там что-то с инфракрасным светом. Я могу фотографировать. Значит. У нас есть порошок, который
может заставить того лежащего в туалете у быка чувака очухаться, и думаю нам рассказать, где он там что спрятал. Но мы не посетили вот это место. Подожди, а к воротам если сходить? Навряд ли нам тут рады будут. Сейчас скажут, идите нахер отсюда. Привет! Привет! Ты видел сегодня что-нибудь необычное? Например, что? Например, пришельца. Не глупите, парни! Какие еще пришельцы? Мы видели какое-то существо в лесу. Дети такие трусы стали теперь. Вот в мое время... Эй! Не смей называть меня трусом! Ого! Успокойся, паренек. Не будь таким ранимым. Да никому не позволяю мной командовать! Ты мне напоминаешь меня самого в детстве. Я согласен. Никому не позволяй собой командовать. Разве ты сейчас сам им не командуешь, когда говоришь, как ему поступать? Нет. А для чего вообще это здание? Для телекоммуникаций. Мне говорили, что здесь работают самые выдающиеся ученые со всего мира. Работают над будущим телекоммуникаций. Я слышал, они разрабатывают телефоны настолько крошечные, что мы сможем носить их в карманах. Здорово. Он тебя разыгрывает. Я видел сотовые телефоны. Они не помещаются в карман, разве что у тебя действительно здоровенные карманы. Ну да, та, в те времена, помните, там сотовые телефоны. Капец, какая галоша была. Можно войти? Нет. Допуск разрешен только сотрудникам. А что, если мы принесем карту доступа? Я буду знать, что она поддельная. Слушай. Безопасность — это не шутки. Детей внутрь никто не пускает. Даже я не могу входить в здание. А я здесь уже 3 месяца работаю. А почему New Frontier всегда настолько серьезно охраняется? Ты что-нибудь слышал о промышленном шпионаже? Нет. Это когда одна компания засылает шпиона в другую, чтобы получить доступ к их секретам и новым технологиям. Именно. А в New Frontier работают над новыми технологиями. Я слышал, что советы особенно заинтересованы в том, чтобы заполучить прототипы от New Frontier. Ну и параноики. Так, ну что, все. Пока. Пока, ребята. Бегите. Пообщались с ним. Похоже, что в караулке есть еще охранники. Проникнуть на территорию через входные ворота не получится. Разве что у нарушителей будет танк, тогда они смогут делать что угодно. Ядовитый газ бы тоже помог и подействовал бы гораздо незаметнее. Просто предложил. Хорошо. Постучав в окно, ты только взбесишь охрану. Так, давай-ка осмотрим, что у нас тут. Этот мусорный контейнер подозрительно чистый. Даже банановой кожуры нет. Там ничего нет. Там написано «мусор». Ясно, понятно. Значит, здесь ничего интересного нам ловить нечего. Так, еще переулок любовников тут есть. Ну давай осмотрим все. Потом пойдем очухивать того чувака. Кто-то украл лампочку. Понятное дело, хотели интимной обстановки. Ага, а у нас есть лампочка. Готово. Работает? Я не вижу особой разницы. Ну... Такова магия инфракрасного освещения. А, понятно. Само собой, разница незаметна. В этом и смысл. Если попытаться ее потрогать, то, наверное, получишь ожоги 3-й степени. Температура лампочки сейчас очень высокая. Так. Ё-моё. Она липкая и противно пахнет. Я бы не стал ее трогать. Кабриолет, целующаяся парочка, да? Здесь не на что смотреть. Это просто целующаяся парочка. Но если бы мы были в ужастике, то пришелец бы показался именно сейчас и убил их.
Ага, он ей изменяет. С Софией Ломбардо! Так и знал, что он козлина! Что нам делать? Ничего, я сам его заложу. Хочу, чтобы она увидела его с ней собственными глазами. Так, я там это... Это Брэндон! Он изменяет сестре Ника! Когда мои старшие братья об этом узнают, то они из него все дерьмо выбьют! Так, а если поговорить? И они, похоже, заняты. Так, момент такой. Ладно, давай посмотрим, сработает ли оно с инфракрасным светом, как ты предполагаешь. Идеально! Я же говорил. Но зачем тебе это фото? И я еще думал, что Ник извращенец. Не будь таким идиотом. Мне же нужно доказать, что Брэндон втайне встречается с Софией Ломбардо. Кто вообще такая София Ломбардо? Ты ее не знаешь. Она главная в команде чирлидеров. Да, понятия не имею, кто она такая. Вот. Вот. Я предпочитаю не лезть к острым осколкам стекла. Мы сейчас с этой фотографией пойдем к сестре. Это фото Брэндона, целующего Софию. И она освободит Ломбардо. Нам в телефон. Не могу, что Брэндон изменяет моей сестре. Поверить не могу, что София Ломбардо встречается с Брэндоном. Поверить не могу, что мы тратим время на подобную чушь. Так, ладно. Стекло нам не надо. Эту вывеску изуродовали. Что ж, никто больше не узнает, что следующий поворот налево вел к Даркествиллю. Какое дурацкое название для городка. Само собой. Так, что взяли? Это что, канистр проникающей смазки? Каниса проникающей смазки. Где-то был вентиль, который там написано было, надо бы смазать. Этот фургон постоянно дергается. Этот Volkswagen Тип 2 постоянно дергается. Какая жалость, что подвеска в нем так себе. Думаю, что кто-то сегодня в парке повелся на бесплатные конфеты. О, чувак, ну ты сказанул. Что? Я просто шучу. Меня, скорее всего, не услышат. Так. Это городская вывеска. Типа как в Голливуде, но отстойная. Хорошо. Это все дело мы здесь осмотрели. Не знаю, может быть... подожди, фотоаппарат все уже. Раз использовали, больше он нам не нужен. О, где же я этот? Где я видел? Этот вентиль. Ну, не на мосту 100%. Блин, или не видел я его? Вроде бы здесь был вентиль. Или на ферме, подожди-ка. Там мост был. Ну ладно, потом пробежимся. Тогда заглянем сейчас к лесничеству, в лесничество. Медвежий капкан, можем взять, не? Ладно. Эй, это улики. Оставь, где лежали. Бедный Мишка. Ты думаешь, его убил пришелец? Нет, его убила дробь. Здесь есть несколько мелких входных отверстий. А пришелец, похоже, потрошит своими когтями. Ну супер! Кто-то дал пришельцу дробовик. Да, давай-ка пообщаемся. Трой один из самых невозмутимых рейнджеров, которых я знаю. Это карта города и окружающего леса. Если вдуматься, то это гораздо лучше той, которая была у нас в домике на дереве. Надо не забыть украсть карту из лесничества. Или попросить у них копию. Да, давай пообщаемся. Привет. Привет, пацаны. Привет, Рейнджер Трой. Что вы здесь делаете так поздно? Опять замышляете какие-то проказы?
Не думаю, что ты нам поверишь. В этом лесу шастает пришелец! Эй, Джек, ты это слышал? Хотел бы не слышать. Простите, парни, но нам некогда играть в ваши игры. Нам и с недобросовестными охотниками проблем хватает. Угу. Так, разве не пропал один из ваших рейнджеров? Нет. А почему ты спрашиваешь? Кое-кто атаковал рейнджера в молодом лесу. Мы сами видели. Это уже серьезное дело, парни. Когда это произошло? Не знаю. Несколько минут назад. А, попались. Так и знал, что вы нас разыгрываете. В ночную смену работает только два рейнджера, и это мы. Верно, Джек? Ага, так и есть. Ну правда, поверьте. Рейнджер, которого мы видели, был тощий и светловолосый. В South Plains нет тощих рейнджеров. Может, вы, по крайней мере, позвоните на базу и уточните, не отправляли ли они кого-то патрулировать лес? Ладно. Саманта? Да, Трой. Сегодня кого-нибудь отправляли патрулировать молодой лес? Нет, Трой. Что-нибудь случилось? Не, просто подростки пытались меня разыграть. Спокойной ночи, Саманта. Спокойной ночи, Трой. Ну что, довольны? Мы видели в лесу что-то странное. Вам не следует шататься одним в лесу в это время года. К тому же посреди ночи. Разве что вы хотите, чтобы вас сожрали волки? А я не думаю, что вы этого хотите. Но мы видели огромное существо. Медведя? Нет, скорее пришельца. Надеюсь, что вы нас просто пытаетесь разыграть, потому что иначе вы просто спятили от просмотра телека. Так, можно, капкан нам взять-то? Можно медвежий капкан? Нет, это улика. Можно нам взять его взаймы? Мы его вернем, я обещаю. Не собираюсь я давать детям капкан, который незаконно использовать, и который является уликой в расследовании сложного преступления. Короче, если бы мы попросили дробовик взаймы, то ты бы все равно отказал, так? Угадал. Я же говорил, тот, что в очках, самый умный. Так, ну, вроде бы все, да? Пока, пацаны. Давай подойдем к этому, к Джеку. Может, с ним пообщаемся. Привет. Привет, ребята. Я немного занят. Пытаюсь написать роман. Идите, поговорите с Троем вон там. Мы видели пришельца. Вообще-то это я пишу роман. И я стараюсь писать о чем-то вполне реальном. О чем будет твой роман? Красавчик Рейнджер в 19 веке путешествует по Европе. Любопытно. И какие страны он посещает? Италию, Испанию, Париж, Сербию, Чили и Африку. Я пытался все действия сосредоточить в Западной Европе. Африка, ага. Чили. И как долго ты уже стрижешь ногти? 5 часов. Уже и стричь нечего. Но этот процесс помогает творческому мышлению. Тем не менее, меня слегка покинуло вдохновение. У меня есть несколько идей, но я не знаю, как их развить после, собственно, вступления. Быть может, стоит бросить стричь ногти и просто начать писать? Ты ничего не понимаешь в творчестве. Самое важное в творчестве — прокрастинация. Так, может, мы поможем тебе писать? Мы поможем тебе писать? Но у меня тут есть сложность с парой идей. Скажите мне, если знаете, как развить следующую ситуацию? Главный герой видит таинственного высокого незнакомца, который на его глазах убивает полицейского. Рояль с прикрепленной к нему бомбой падает на голову главному герою, а в тот же момент его кусает гремучая змея. Женщина видит дикого льва и падает в обморок. А нюхательные соли, чтобы привести ее в сознание, закончились. Главный герой с компанией друзей натыкаются на стаю гиен. Ну какая-то дичь вообще, какой-то каламбур, какой-то набор слов у тебя вообще, а не писанина. Ну давай вот более-менее из всего, что ты озвучил, вот это более-менее нормально звучит. Насчет той стаи гиен. 5 разъяренных гиен против главного героя и 2 его друзей. Что если герой и его друзья распугают гиен, бросившись бежать в сторону стаи? А это неплохо, и звучит логично. Я слышал, что медоеды так действуют против львов. Ага, именно! Неубедительно звучит. Они не медоеды, а гиены не львы. Замолкни! Мне лично нравится. Начну писать прямо сейчас. А ты... Тебе полагается приз. Но что мне тебе подарить?
Медвежий капкан. Нет, знаешь что? Возьми мои кусачки для ногтей. Надеюсь, что они мне еще долго не понадобятся. Фу, отвратительно. А теперь, если позволите, мне нужно писать. Так, хорошо. Жаль, не удалось выманить у него медвежий капкан, но нет так нет. В календаре отмечены охотничий сезон и еще несколько событий. Например, фестиваль фиолетовых тыкв и День ящерицы. Так, бумаги. Может, что-нибудь возьмем там? Не вздумай. Это то, что писал Рейнджер Джек. Так, нам бы карту бы такую заполучить. Не могу достать. Кроме того, у нас уже есть карты в домике на дереве. Пусть даже не настолько хорошие. Окей, так. Это посетили, там посетили. Ферма Эрла. А, тут еще такой момент один. Мы можем всех там что избивать. Можно ударить. Тут любого. А если попробовать... А, взять Эрла. Вон оно что. Я понял. Я думал, может быть, это... Как-нибудь там все-таки ударить. Он за нами побежит и... Он сетку нам оставит. Дурацкая идея начинать драку с членом клуба охотников. Ну, если... Подожди, а может быть, ему щипчики? Этими кошмарными кусачками для ногтей ничего здесь перерезать не получится. Угу. Ясно, понятно. А где я видел вентиль? Где был разговор о том, что его надо смазать? Или я начинаю путать эту игру с другой? По-моему, здесь видел. Вот из головы вылетело. Улица Ника... Или это мост был? Да не, не мост. Винни. Подожди, давай-ка пробежимся по-быстрому сейчас. Реально, где-то я видел же. Не, не здесь. А где? Или я перепутал игру? Все, может быть. О, Винни. А может быть улица Винни? Да нет, а... да нет, не тут. Значит, нет здесь. Надо будет это, пересмотреть предыдущую серию. Реально, что-то я не... Может быть, и не здесь, реально. Вентиль видел. Может быть, асик к мосту. Может быть... Тут мы видели. Не, не тут. Я не могу, но можно по... Нет. Не то. Ладно, значит, я... перепутал это дело какой-то другой игрой. Но сомневаюсь. Просто я не могу вспомнить, где я видел этот вентиль. А, подожди, может быть, все-таки реально с другой перепутал. Так, значит, телефон. Не, сначала погнали к быку. А может, у быка... Да не. Бочарова все тут наяривает, играет. Мы, значит, применяем эту ерунду сюда. Ладно. Давай попробуем. Он пришел в себя. Что это за магия? Это не магия. Нюхательные соли выделяют аммиак, который запускает дыхательный рефлекс.
раздражая слизистые мембраны внутри носовой полости и в легких. Обморок может быть вызван чрезмерной парасимпатической и вагусной активностью, которая замедляет работу сердца и снижает кровоснабжение мозга. Эффект симпатического раздражения используется для противодействия подобным парасимпатическим эффектам и таким образом выводит из обморока. Круто! Так, давай пообщаемся с ним. Эй! Я ничего не скажу! Но ты в сознании, верно? Да. Прекрасно. Эй! Я ничего... Но ты... Прекрасно. Так, Этими кошмарными кусать... Пожалуй... Давай к быку подойдем. Привет, бык. Привет, пацаны. Этот... Эй, тот парень очнулся. Эй, тот парень очнулся? Чудесно. Ты не собираешься развязать ему язык? Нет. Сперва мы должны пройти эту игру. Серьезно? А разве твоя работа не... Нельзя проиграть этой игре! Пока. Нам надо найти удлинитель. Погнали, значит, сюда. Нам больше некуда идти сейчас. Может быть, удлинители мы тут найдем? Покажу. Спасибо, Ник. Я преподам этому козлу урок. Хера себе. А что, в этом городке так проблемы все решаются, что ли? Ух ты. Твоя сестра, похоже, сейчас совершит убийство. А разве нам не следует как-то его предотвратить? Не, она его не убьет. Она это уже делала. Дважды. Оу, а у тебя вообще в семье есть кто-то, кто не потенциальный психопат? Неужели только я думаю, что нам было бы неплохо иметь оружие, если мы охотимся на пришельца-убийцу? Честно говоря, нет. Так, Кевин. А ну давай телефон нам. Привет. Привет, парни. Зачем тебе телефон? Хочу насладиться радостями внезапной комедии. Что это означает? Что он хочет разыгрывать людей по телефону. Он серьезно этим увлекается. Может часами звонить на один и тот же номер. Кому ты хочешь позвонить? Сегодня в морг, похоронное агентство и на кладбище. У меня неделя черного юмора. Да, начинает надоедать. Так что если у тебя есть какой-нибудь... Ты не видел? Хомяк было. Что? Ничего. Все, понял. Пока. То есть не нам надо будет звонить, а ему. А, рейнджеры? Никогда им раньше не звонил. Может быть забавно добавить нечто новенькое в мой репертуар. Привет. Привет, парни. Пока. Пока, парни. Так. Хорошо. Я здесь торт пытаюсь. Ясно, понятно. Этими кошм... Я понял. Этими кошмарными здесь ничего не перекусить. Оу. Пах. Блин.
Лишний раз ткнул зачем-то. Так, а здесь у нас вовсю идет жарево. А, пошли тогда сюда. Ладно. Идеальное преступление. Заткнись. Похоже, что Кевин его отвлекает. Ну, великолепно. Так, подожди. Медведь нельзя там ничего взять с него? Бедный Миш. Ты думаешь, его убил пришелец? Нет, его убила дроид. А пришелец... Ну, суп, кто-то... Так. Того отвлекли, этого... Это взяли. Мы еще не ходили вот сюда. К лесу. Жидкость. Жидкость. Подожди, здесь же было, да? Во-во-во-во-во-во-во, вот, я про это говорил. Точняк. Теперь я могу повернуть клапан. Вот оно как пошло. Вот. Теперь у нас есть... Теперь у нас будет сейчас сетка с вами. Значит, к ферме Эрла. Ну-ка, давай, довольный? Привет, Эрл. Привет, ребята. Такая приятная ночь для прогулок, правда? Можешь нам дать на время какое-нибудь оружие? Нет. Есть всего две вещи, которые мужчина не должен... Да ладно, не хочешь, не давай. И без тебя разберемся. Здесь полная неразбериха из узлов. Понятия не имею, как их развязать. Этими кошмарными. Но. Старина Эрл. И у него есть. Значит, подожди. А может быть этими кусачками мы что-нибудь можем выменить в магазине? Ну, на эти кусачки что-нибудь выменить в магазине? Вариант. Погнали тогда сюда. Так, давай-ка ей дадим. Добро пожаловать в изумрудный клуб обмена товаров, сэр. Хотите обменять комикс, книгу или видеоигру? Может быть. В этой коробке лежат товары на обмен. Посмотрим, что здесь есть. Что за фигня? Все, что здесь есть, это справочник бойскаута по вязанию основных узлов. Книги про узлы очень милые. Этими кошмар... Медвежий капкан... Так, подожди, комиксы, видеоигра... Это телек для проверки игр, которые ты хочешь купить или обменять. Я не достаю. Но за них придет... То есть, нам книга по вязанию узлов нужна для того, чтобы развязать... Вот дело, да? Этими каш... Гамак. А где нам взять комикс?
Но только у быка. А бык запрещает. Говорит, хер вам. Эти комиксы... Ага, Я начинаю про... Эй, пацан, я уже почти... Но я никогда не таскал тебя... Я не отец... И... Ты бы хоть воровуш повел... Можно мне... Нет, хочу узнать... Он самый кл... Он рог... И... Привет, Бэк. При... Ты не виделся? Я... Ты ви... Нет. Точно? Пришел... Нет. Тогда... Пока. Пока. Вода не... Тони на улице Винни. Нам надо что-то взять на обмен. А вот где взять на обмен что-то? Контейнер полон. Ничего полезного. Ладно, ничего полезного. Привет, Гарри. Привет, ребята. Пока. Пока. Так, хорошо. Она закрыта. А, вон оно как. А я это дело не замечал. Что это такое? Мой новый счетчик Гейгера. Я его усовершенствовал. Он очень чувствительный. И что с его помощью делают? Измеряют уровень радиоактивности. Если приближаешься к чему-то радиоактивному, он начинает пощелкивать и издавать звуки. Вот так. Круто! Ну, конечно, возьмем. Отличная мысль. Если пришелец из космоса, то очень вероятно, что он подвергся воздействию радиации. Мы сможем найти его с помощью счетчика. Его? Или его космический корабль? Его корабль, его собаку, его носки. Что угодно из космоса должно быть более радиоактивным, чем обычные вещи. Поэтому вблизи будет срабатывать счетчик Гейгера. Чем быстрее и громче он пищит, тем ближе ты к источнику излучения. Ха-ха, блеск. Так... Блеск-то блеск, нам надо... У Тони постельное белье с поняшками. Да, мне его бабушка подарила на день рождения. Ей нравится пони. Да это понятно, что нравится. Нам бы это... Понятия не имею, что это такое. Что это? Я как минимум 10 раз объяснил, что они делают. И повторять снова не собираюсь. Можно ими пользоваться? Нет. Картридж, во! Картридж Top Gun. Можно мне его взять? Да, конечно. Но предупреждаю, мой двоюродный брат отдал его мне, потому что он сломан. Когда ты его включаешь, экран просто становится синим или белым. Думаю, он хотел, чтобы я его починил, но мне не на чем его проверить. Угу. Это компьютер Тони. У него есть крутые игры. Это Commodore 64C. В нем целых 64 килобайта оперативной памяти. И вряд ли кому-то понадобится больше. Хотел бы я иметь такой дома. Я бы целыми днями на нем играл. Я слышал, что для персональных компьютеров есть приключенческие игры с реально крутой графикой. Они прям как кино. Только игры. Не, это все фигня. Я люблю гонки. Может, возьмем его как-нибудь там что-нибудь? Сейчас не время играть на компе. У тебя всегда самые лажовые отмазки, лишь бы не дать нам поиграть. Мне кажется, что предотвращение вторжения пришельцев довольно приемлемая отмазка. Выключен.
Я включаю его. Он не работает. Мне кажется, сигнал пришельца испортил твою антенну. Вот проклятие. Я выключаю его. Пожалуйста, не надо ее открывать. Если моя бабушка тебя увидит, то будет сердиться. Я же вроде как наказан. Ладно. Так, здесь... Ну, я... Не наблюдаю, где можно взять удлинитель. Ну, уже... Прогресс в том, что мы можем пойти обмен сделать. И у нас получается... Есть капкан, будет сеть. Выходит, что так. Хочешь обменять свою игру в обмене товаров? Да, это отличная игра. Ладно, сперва посмотрим, работает ли она. Не работает. Подожди минутку, она скоро запустится. Если игра не работает, то обменять ее нельзя. Я не достаю. Игра не работает. Она просто показывает цвета. Я оставлю игру себе, даже если она не работает. Что ж делать? Здесь нельзя играть в топ-джет. Если как-то... Это тестовая трансляция. Зачем ты ее смотришь? Я не смотрю. Она сама включилась несколько секунд назад. Я так пропущу поп-топ 50. Надеюсь, что оно скоро само включится. Магазин, обмен мы не можем сделать, потому что там у нас нечем обмениваться. Здесь... Ну давай пробежимся еще. Счетчик Гейгера начал пикать. Ух ты. Я вижу только неухоженную... Кавказская пальма. Счетчик Гейгера начал пикать. Даже я знаю, что... Очень жаль. Она заперта. Этими кошмарами... Счетчик Гейгера не фиксирует здесь никакого излучения. Это создание что-то вытаскивает из изгороди. Дай посмотреть. Нет, слегка левее. Немного правее. Чего? Смотри, что нам досталось! И что нам досталось? Да, что это такое? Не знаю. Сфера? У нее какой-то странный блеск. Она точно из космоса. Как думаешь, она связана с пришельцем? Не знаю. На ней есть что-то вроде кнопки. Интересно, что произойдет, если ее нажать? Скорее, прячься! Хера себе! Он исчез. Она
точно связана с пришельцем. Что бы это ни было, он ее разыскивает. Ладно, теперь у нас есть способ привлечь внимание пришельца. Только не трогай больше кнопку, пока мы не установим нашу ловушку. А, и все, что ли? Ради этого был весь сыр-бор. Нам нужен удлинитель. Привет. Привет. Ты можешь починить поломанный медвежий капкан? Я могу починить капкан, но эти штуки слишком опасны для детей, так что даже и не мечтайте. Я не хочу, чтобы один из ваших друзей потерял ногу из-за дурацкого розыгрыша. Ты можешь опустить... А что? Вторжение... Пока. Пока, парни! Медвежий капкан сломан. Даже если я бы хотел его здесь использовать, он не сработает. Так, нам надо как-то... Понятия не имею, как починить эту деталь. Понятия. Да, поговорим с ним. Добрый день. Привет, пацаны. Тот парень сказал мне, что я должен тебе показать кабель, с которым нужно разобраться. Ах да! Спасибо! Так, это что-то новенькое. Можешь попросить Карла передать мне гаечный ключ? Да я вот что надумал, да, что можно было же это... Похоже... Обмануть его и дать, чтобы он синий кабель использовал. Привет. Привет, ребята! Чего вы хотели? Андре сказал попросить у тебя гаечный ключ. Ладно, минутку. Вот. Андре, вот гаечный ключ, который ты просил. Отлично! Спасибо. Посмотрим. И готово. Ничего больше не искрит. Однако же горит по-прежнему желтый сигнал. Наверное, с кабелями что-то не так. Можешь вернуть это Карлу? Да, конечно. Подожди, если я ему верну... Отдай это, Андре. Так он сказал, что... Привет. Привет, ребята. Чего... Пока. Пока, парни. Угу. Получили мы с вами гаечный ключ. Здесь нет болтов 6-го размера. Этими как... Счетчик гей... Ну, уже что-то интересное. Так, ладно, ну на этой ноте давайте я остановлюсь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и игра Unusual Findings. Всем пока!